Сегодня, 3 февраля, по поручению президента Садыра Джапарова, двое пострадавших на ТЭЦ Бишкека, а также двое военнослужащих, которые получили травмы во время падения вертолета, перенаправлены на дальнейшее лечение в одну из специализированных клиник Турции. Пострадавших будут сопровождать родные, а также два кыргызских врача. Пациенты, сопровождающие их родные и врачи, вылетят президентским бортом Ту-154. Все мероприятия по оказанию помощи пострадавшим находятся под личным контролем президента. Выделены финансовые средства для доставки пострадавших, их родных и медицинских работников в Турцию.